Тысячи чебоксарцев вышли на улицы столицы отпраздновать 1 мая. Праздничная колонна от сквера Чапаева буквально хлынула сплошным потоком по центральной улице Чебоксар. Возглавил это шествие по традиции духовой оркестр. А дальше шли и ехали демонстранты. Внутри большой колонны маленькие – профсоюзы, партии, молодежные и общественные организации, вузы, предприятия города и органы власти. Для одних 1 мая – это возможность заявить прилюдно о своей гражданской позиции, для других – просто красный день календаря. Но все собравшиеся, вне зависимости от взглядов, идут одной колонной. Радоваться надо. Почему? Празднику весны, труда. А пообщаться с кем? Со своими знакомыми, в неофициальной обстановке, с друзьями, с однокурсниками, с одноклассниками. Очень много знакомых встретили. Вот ребенка хочу приобщить. А то он все спрашивает, как бы, что это, что за праздник, чтобы знал. А что это за праздник? Ты знаешь уже? 1 мая. К праздничной колонне присоединился и глава республики Михаил Игнатьев. Для меня этот праздник, он весенний, он душевный. С каждым годом дух и горожан, и жителей Чувашской республики поднимается. Тем самым хочу сказать, я горд своими жителями, ибо это богатство наше, это наши люди. Вот в этом году еще лучше, еще краше, еще мощнее. Праздник, настоящий праздник. Традиция праздновать 1 мая появилась за рубежом. Чикагские рабочие в 1886 году вышли на улицу с требованием 8-часового рабочего дня. А во Франции в 1899 году члены интернационала провозгласили 1 мая днем международной солидарности всех трудящихся. В России праздник официально стали отмечать после Октябрьской революции. А в начале 90-х день международной солидарности в стране переименовали в праздник весны и труда. Празднику радуются все. По традиции, в день весны труда принято отдыхать и веселиться. В начале мая в Чебоксарах проходит традиционный фестиваль юных журналистов «Волжские встречи». Участники форума тоже решили выйти на улицы столицы Чувашии. Я участвовал только в демонстрациях на 9 мая, а вот такую демонстрацию, честно говоря, вижу впервые. Просто вот я испытываю чувство радости и гордости за ваш город, что люди все-таки не поленились и испытывают чувство патриотизма и вышли на 1 мая поздравить друг друга с таким праздником. Май замечательный, все расцветает, все распускается, люди чаще улыбаются. А сегодня сам Бог велел улыбаться, обниматься, целоваться, праздновать. Весна идет, весне начало. В этом году городская администрация решила провести среди участников первомайской демонстрации конкурс на лучшее оформление колонны. У нас в 4 точках по пути следования, а вот на Красной площади, на Николаева и 2 точках жюри специально независимое и будут определять, какой район лучше, какой коллектив лучше красочно оформил, у кого лучше настроение. Праздничное шествие завершилось на Красной площади. Чтобы праздник был настоящим, здесь устроили концерт. Выступали популярные артисты, профессиональные коллективы и зажигающиеся звезды.